Интерес к социологическим исследованиям российских ученых порой простирается далеко за пределы нашей страны. Опытом такого международного взаимодействия поделилась преподаватель Елабужского института КФУ Альбина Горевзянова, чья научная работа попала в сферу интересов Британской ассоциации славянских и восточноевропейских исследований. Ассоциация занимается исследованием социальных, исторических и политических процессов на территории России и стран Восточной Европы. Очередной научно-практический семинар под названием Russian Readings прошел на базе Оксфордского университета. Ученые из разных стран представляли свои исследования, посвященные жизни заключенных, условиям их содержания, вопросам соблюдения прав человека и общим тенденциям, присущим уголовно-исправительной системе России и стран бывшего СССР. Это же не только люди, которые сидят в тюрьме, и уже там справедливо или несправедливо, это второй вопрос, да, но в любом случае они остаются людьми, и защита прав людей остается актуальной там внутри колонии, вне колонии. И главная такая философская мысль всей этой встречи, это то, что система наказания в любой стране, в том числе в России, она отражает все реалии общества. Выступление на конференции в стенах Оксфордского университета – это не только серьезный шаг в научной карьере, но и возможность обогатить свой личный кругозор и принять опыт и традиции одного из старейших вузов мира. Потому что когда тебе 20 лет и когда у тебя хороший английский, ты можешь в буквальном смысле все. Ты можешь учиться в Оксфорде, ты можешь быть частью интернациональной команды исследователей, ты можешь не просто учить язык. Потому что знать язык – это минимум, то есть это уровень такой начинающего. А вот знать язык и писать PhD, допустим, на английском, будучи, например, имея историческое или филологическое образование, в этом нет ничего невозможного. Общаясь с коллегами, с молодыми девушками, которые вот еще в процессе, они пишут свои диссертации, они рассказывают свою биографию, я понимаю, что ничего невозможного нет. Валерия Муратова, Айдар Нурмиев, Камиля Юрикова, Универньюз.